Всем привет! Сегодня нарисуем детский рюкзак с щенком в кармане простым карандашом. Для рисунка понадобятся чернографитные карандаши. При подготовке видео использовалась продукция производства компании Эрих Краузе. Набор чернографитных карандашей Эрих Краузе состоит из 6 карандашей разной твердости, имеет прочные не ломающиеся грифели и легко затачивается любой точилкой. Начнем рисовать. Сначала нарисуем форму рюкзака. Теперь выделим главный кармашек, в котором нарисуем щенка. Рисуем форму головы собачки. Рисуем по бокам длинные уши. Теперь дорисуйте лапки, держащиеся за кармашек. Нарисуем круглую мордочку, нос, глаза и рот. Прорисуйте деталь на лапке. Нарисуем ручку и лямки на рюкзаке. Дорисуйте боковые отделы. Добавим косточку в левый отдел. Дальше добавляем детали рюкзака: молнию, застежку. Убираем ластиком намеченные ранее линии. Начнем штриховать работу. Начнем с самых темных мест, с глаз и с носа. Заштриховываем щенка шерстинками. При этом следим, чтобы шерстинки росли в правильную сторону.
мы рисуем отдельными линиями, которые разные по размеру, по направлению и по интенсивности тонов. Посмотрите, в каком направлении нарисована каждая волосинка. Будьте внимательны, чтобы не сделать шерсть слишком темной, потому что у щенка она светлая. Чтобы затемнить участок, добавьте штрихов. Для осветления используйте ластик. Наносим новые линии средних тонов на рюкзак. Затемните контур щенка. Реалистично рисуем детали рюкзака. Получился такой рисунок. Итак, победители, которые первыми написали правильное время появления пасхалок в прошлом видео. Это Green Tea, Алина Арт, Ариашка. Вам большой привет! И поздравляем новых подписчиков. Лина Каян, Марина Быкова, Вероника Варил. Также передаю вам привет. Подписывайтесь на канал, ищите пасхалки и ставьте лайк внизу. До новых уроков. Пока!